Казахстанский атлет Василий Левит, который завоевал серебро на Олимпиаде в Рио, получил копию золотой олимпийской медали. Решение судей в финальном бою, в котором судьи отдали предпочтение российскому боксеру Тищенко, вызвало тогда волну возмущения в обществе. В социальных сетях эта тема бурно обсуждалась. Тогда организаторы премии «Народный любимец» организовали акцию по сбору средств для изготовления копий золотой олимпийской медали для народному любимцу, известному боксеру Василию Левиту. И вот эта медаль была вручена спортсмену в торжественной обстановке. Конечно же, очень приятно, что есть такая забота, народная забота. В то же время это большая ответственность, я воспринимаю эту золотую медаль как аванс, который надо отработать и оправдать, сказал Василий Левит. Напомним, в начале декабря серебряные призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Василий Левит и Адильбек Ниязымбетов получили свои золотые премиальные. Им вручили по 34 миллиона тенге, ранее спортсмены были награждены по 51 миллион тенге за серебряные награды. Таким образом, премиальные боксеров уравнялись с золотом. Также боксеры затруднились ответить, на что потратят вознаграждение. From Karaganga, Kazakhstan.